Полы – очень важная часть интерьера. Во-первых, они должны быть практичными. Во-вторых, качественными. А в-третьих, радовать глаз. Сейчас на рынке масса напольных покрытий. На мой взгляд, ламинат – один из простых в использовании, удобных в укладке и прочных в быту. Главное правило при выборе ламината – это выбирать его исключительно под ногами. Таким образом, вы никогда не ошибетесь в выборе цвета и фактуры напольной доски. Стоит обратить внимание и на класс ламината. Он определяет устойчивость материала к износу. Для квартиры и дома подойдет 31 класс. В офис или магазин лучше выбрать 32 и 33. А вот более высокий класс ламината – это просто маркетинговый ход, считает наш эксперт. Имеет значение и толщина доски. Чем она больше, тем ламинат прочнее и долговечнее. При выборе ламината также обращайте внимание на замковое покрытие. Оно должно быть прочным, и обязательно его торцы должны быть покрыты специальным составом. Тогда влага, которая попадает на напольное покрытие, не будет портить этот материал, и он надолго сохранит свои изначальные качества. Внешний ламинат может ничем не уступать деревянным напольным покрытиям. Интересный декоративный прием – это брашинг напольной доски. Посмотрите, какие фактурные красивые прожилки. Они имитируют поверхность дерева, и даже если вы сразу не обратите внимания, что это ламинат, можно подумать, что это натуральная доска. Отнестись к выбору ламината стоит серьезно. Долго прослужит только правильно подобранное напольное покрытие.